Молдаванин – наркоторговец, задержан в областном центре. При обыске в съемной квартире, в которой проживал мужчина, сотрудники регионального ФСКН обнаружили готовые к сбыту свертки с синтетическим, так называемым дизайнерским наркотиком – около 22 тысяч разовых доз. Психоактивное вещество было спрятано в мусорном ведре. Установлено также, что на территории области молдаванин проживал без регистрации. Задержанный арестован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Если вину мужчины докажут, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.